Якутский Ломоносов. Именно так назвали книгу в честь известного ученого Георгия Башарина. Презентация издания прошла сегодня в Якутске. Интересный факт, что написал ее сын Георгия Прокопьевича, также не менее известный в республике ученый Карл Башарин. Жизненный путь Башарина-старшего во многом похож на скитания всем известного Михаила Ломоносова. Георгий Прокопьевич поздно обучился грамоте в 17 лет, однако это не помешало ему стать первым доктором исторических наук из народа Саха. Отметим, что в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали столетний юбилей Башарина. Очень глубоко осознал значение дружбы как важнейшего фактора выживания народов. Глубоко прочувствовал и обосновал научно пути разрешения этой проблемы. В этом его, была его научная прозорливость и завещание нынешним и будущим поколениям.